В Рио-де-Жанейро символ Олимпиады сменился на символ Паралимпиады. Соревнования начнутся уже скоро, 7 сентября. Презентация прошла на знаменитом пляже Копакабана. Скульптура состоит из трех частей – зеленого, красного и синего цветов. Они были выбраны из-за того, что именно такое сочетание чаще всего присутствует на флагах самых разных стран. Символ Паралимпиады изготовлен из переработанного пластика. Этим организаторы игр хотят показать, как важна экология для Бразилии и особенно для Рио, одного из самых загрязненных городов мира. Перед вами символы паралимпийского движения. И каждый из этих трех символов означает «я движусь». И правда, мы идем впереди всех ожиданий. Ведь на Паралимпиаду уже продано почти 1,5 миллиона билетов. Это большое достижение. Спортсмены вовсю готовятся к предстоящим играм. Вот так проходят тренировки команды синхронисток. У этих девушек синдром Дауна. Как говорят специалисты, люди с такой особенностью хорошо подходят для синхронного плавания. Они очень гибкие, любят музыку и хорошо чувствуют ритм. Мы выиграем, мы обязательно выиграем, потому что мы команда.